Наблюдать звезды летом в средних широтах трудно. Ночь короткая, небо светлое. Нужно ехать куда-нибудь на юг, чтобы посмотреть по-настоящему звездное летнее небо. Самая заметная его деталь – даже не созвездие, а так называемый летний треугольник, высоко стоящий в южной части небосклона. Треугольник почти прямоугольный, его вершины – яркие звезды Вега, Денеб и Альтаир. Все относятся к разным созвездиям. Вега – это Альфа Лиры. Само созвездие Лира занимает небольшую площадь на небе. Вблизи яркой Веги виден почти правильный параллелограмм, деформированный прямоугольник из довольно слабых звезд. А рядом с Вегой и ближней к ней звездочкой параллелограмма находится еще одна слабая звезда – Эпсилон Лиры. В бинокль мы на этом месте увидим не одну, а две звезды. А хороший телескоп разлагает каждую из них, в свою очередь, на звездную пару. Такая сложная система. А у звезды Бета Лиры звездная пара настолько тесная, что ее составляющие своим тяготением даже искажают форму друг друга. Это уже не шары, а вытянутые эллипсоиды. В Лире расположена также одна из самых знаменитых планетарных туманностей – колечко светящегося газа вокруг слабой звездочки. Звезда Денеб. Альфа-лебеди. Небесный лебедь как бы летит на юг, широко раскинув крылья поперек Млечного Пути. Денеб находится у него в хвосте, а вытянутая вперед длинная шея увенчана головой, звездой Алибереу. Бета-лебеди. Это созвездие иногда называют Северным Крестом, в отличие от Южного Креста, который в наших широтах не виден. Третья вершина летнего треугольника – Альтаир, главная звезда созвездия Орла, которая лежит южнее Лебеди и Лиры. На западе летнего неба находится уже знакомый нам по небу весны Арктур, ближайшая к нему звезда треугольника – Вега, между ними ряд созвездий без особо ярких звезд. Ближе всего к Валапасу красивое полукольцо тесно расположенных неярких звезд – Северная Корона. Главная звезда всего лишь третьей величины, называется Гемма, жемчужина. Потом идет созвездие Геркулес, так римляне называли Геракла. В Геркулесе много очень красивых шаровых звездных скоплений. Чуть ниже – змееносец. Змея, которую держит змееносец, расположена частью справа, а частью слева от него. Так что это единственное разорванное созвездие на небе. Низко на юге летом видно зодиакальное созвездие Скорпион. Это две коротких звездных дуги, из которых одна горизонтальная как бы упирается в другую. Посередине горизонтальной дуги яркий красный Антарес, Альфа Скорпиона. Арес – греческий бог войны, римляне называли его Марсом. Антарес – это анти-Арес, противник, соперник Марса. Планета Марс на небе такая же красная, как звезда Антарес. Рядом со Скорпионом находится другое зодиакальное созвездие – Стрелец. В направлении Стрельца находится центр нашего звездного диска, нашей галактики.